Брестская городская спартакиада для школьников проводится традиционно в апреле. Непосредственные участники и гости соревнований – учащиеся общеобразовательных учебных заведений города над Бугом. Среди них представители как любительского, так и профессионального спорта. Выигрывают те учащиеся, которые уже неоднократно занимаются именно этим видом спорта. Это одна, значит, цель – показать высокие результаты. И вторая цель, мы считаем, как тренера и преподаватели считаем, что привлечь именно молодежь для того, чтобы они занимались спортом. В этом году побороться за титул «Самый спортивный» решило около 1000 школьников всех общеобразовательных учреждений образования города. Так называемый отбор проходил в трех возрастных категориях – 10-11 класс, 8-9 классы и младшие школьники. К соревнованиям юноши и девушки готовились долго. Каждый старался приложить максимум сил для того, чтобы добиться лучшего результата. Для кого-то из них это шанс обратить на себя внимание, а для кого-то еще раз попробовать свои силы, чтобы еще увереннее выступать на соревнованиях уже международного уровня. Я занимаюсь 5 лет и прыгаю в длину, а также бегаю спринт. Но у меня лучше получается прыгать в длину. Я чемпионка республики. Но 100 метров я выступаю как второй вид. Как бы я считаю, что нужно стремиться как бы к результатам, тогда тебе будет все получаться. Бег на короткие и большие дистанции, прыжки в высоту, толкание ядра. Список дисциплин, по которым судьи будут определять победителей, довольно велик. Одни молодые люди выступают только на общий результат учебного заведения, другие совмещают личный зачет с командным. Подобные соревнования, уверены организаторы, помогают юношам и девушкам оценить свой спортивный уровень и приобщают городскую молодежь к здоровому образу жизни.